Привет, ребята! Мы сегодня будем делать разминку на песке. Давай, Саня, делай. Я раз делаю вместе. Ну, давай. Молодец. Боишься немножко? Ну? Так ты не бойся, упадешь на песок, если что. Да. Я свою буду эту голову. Я сделаю себе вот здесь такую подушку. Давай. Ну, слушай, тут лучше все равно делать разминку, чем дома там у зеркала стоять. Вот. Ну-ка. Тут вот такая, как подушка безопасности. Давай. Я хотела помаскать ручкой. Давай. Короче. Давай сделай так, как тебе Каролина, на, как в гимнастику ходишь, как вы с чего начинаете. Вот так и сделай, вот такое вот, знаешь, как сказать. Сперва мы начинаем с мостика. Давай, ну и начинай, давай, с мостика. Ну давай, пробуем еще раз, не выходит, делаем тогда сколько раз, пока выйдет. Только осторожненько, осторожно. Молодец. Теперь надо сперва сделать простой мостик. Нет, ну ты не сделала, лёжа, давай делай. Лёжа, чтобы голова привыкла. Ну давай. К такой позе. Ну-ка. Вот, молодец. Я сама сделала. Да, сама сделала, молодец. А как теперь? Я не умею вставать. Подожди. Давай-ка. Опа. Давай. Я тебя держу, осторожно, молодец. Давай, теперь шпагатик один, шпагатик по-другому. Давай на том, знаешь, как ты вот как раз такая горка есть, чтобы себе немножко ножку поупражнять. Так как мне с джинсами делать? Ну, конечно, делай с джинсами. Я же не хочу, чтобы ты без штанов там была. Ну-ка, молодец. Вот, молодец, супер. Ну-ка. Ну-ка, давай. Давай я буду считать, как Каролина твоя считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец! Ну-ка, встала. Ну что? А потом теперь надо сделать кошечку. Давай, кошечку. Как? Вау! Вау! Кошечка. Мяу! Сердитая. Улыбки моя. Класс! Слушай! Да. Иногда надо делать 20 раз. Да. Ну, и вот потом эту кошечку. Мы делаем вот такой. Да. Это не веревка, но это вот так просто ложусь. Да. Ну, делаешь вот, но не на шпагат, и ложишься вот так. Да, раз. Опа, еще раз, давай, Саня. А теперь надо эту булку делать. Давай. Ну, с мужчиной как? Сэндвич. Сэндвич. Рука. А по-русски это этот гамбургер. Потому что он, знаешь, такими слоями. Вот поэтому он так и называется. Опа! Давай еще. Ну, я могу сбоку показать. Молодец. Ну а что теперь? Как давай это? Еще мостик. Та-да-та-да-та-та-та-та. Ну, давай, пробуй. Ты на песке можешь упражняться теперь, Сани. Сколько тебе? Сколько тебе выходит? Опа, молодец. Вот этот уже был лучше. Вот этот уже вообще был ничего совсем. Ну вот, у тебя надо вот этот обруч еще учиться, Саня. А нам через танцы надо его делать. Да. Ну давай танец теперь повторим. Я не очень помню. Ну давай. Вау, ты тыкота. Та-да-да-да-да, тыкота. Обруч сделаем. Давай. Тут, так знаешь, этот пенсионный фонд бабушек. Да, сделай мостик получше. Ну, давай. Тебе нужна помощь? Нет, только встать. Ну-ка. Вот тут руки надо будет положить.
Молодец. Помоги! Все, иду, 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 иду. По камере еще хорошенечко получили. Ты мне на волосы. Да, я тебя на волосы наступила. Мама говорит тоже, да? Да, сейчас сделаем. Нет, я мост перекат умею, но тоже. Ну ты уже знаешь, я тебе... Я умею мост перекат, но... Как мост перекат? Надо... Давай, я вообще в этом... Нет, делаешь мостик, да, на локтях, и потом надо переводить. Ты мне поможешь, пожалуйста? Ну я не помогу тебе, Саня, потому не что... Не надо будет только... Давай, я поснимаю. Ну давай. Ну вот так, слушай. Ты, мама, помоги мне мостик сделать. Мостик на локтях. Ну, а теперь что? На локти. Да? Нет, ты лучше вставай. Лучше вставай. Я лучше сделаю мостик и попробую встать. А я буду лучше по тебе так карабкаться. Ну, давай, давай. Карабкайся, карабкайся. Давай, давай, давай. Молодец. Опа, давай еще, давай, опа. Молодец, только ты давай, потому что тут очень хорошо, тебе удобно в джинсы. Знаешь как, давай. Учитесь, друзья и товарищи, делать мостик на... Опа. Не смейся, Саня, давай сосредоточься, давай, все, ну-ка. Ты мне, если что, помоги. Молодец, опа. Опа, теперь что? А теперь помоги встать! Опа! Молодец! Ой! Голова! Голова закружилась! А я сейчас сама поделаю. Ну, мастер-класс кончился? Нет. Все? Нет? Давай. Еще надо обручи повесить. Ну, так, вот так как раз катись. Вот так, смотри, как хорошо у тебя вот тут вот дорожка прямо. Так хорошо? Ну нет, не очень. Ты должна вся ножки выпрямить, прямо видела, как ножки вот должны быть прямыми-прямыми. Вот так, прямо на носочек, чтобы, да, вот так. Ну-ка, и мне кажется, что эти джинсы, конечно, тут вообще не в тему, но... Да, я не хочу, я чтобы другой, ты... я завтра купальник принесу один. Тимку. Хорошо. Кепку не себя взяла. Хорошо. Будет очень классно. А когда выучишь простой этот, потом надо делать на локтях. Да. Это вот так вот и вот так вот на локтях. Это вообще сложно. Слушай, так сидим, сидим, ты так делаешь, делаешь, смотрим, что ты там уже километров два поспешила куда-то с этими обручами своими. Немножко страшновато, да? Нет. Нет? Только... Голова закружилась. Аня, давай не надо, то на песке потом все буду, волосы буду в песке. Я с вами буду уже голову. Ну и что? Ну все равно. Чесаться будет. Опа! Помоги! Молодец! Супер! Супер! Помоги! Супер. Ну, встань! У меня вся в песке, слушай, скатала. Не хочу я вообще. А ты вот так умеешь? Вот так вот. Бабочку умеешь? Тут джинсы. Вот. Да? Бабочка, лети! И вот так мы еще делаем. Смотрите. И я делаю теперь мостик перекат. Раз, два, три. Ну что, побесилась и хватит, девочка. Давай все. Еще раз по тебе буду карабкаться. Ну давай, но тогда... я тебя не сниму так. Ну так что? Я не сниму тебя, Саня, так. И я тебе не помогу, потому что у меня в камера. Ну молодец. Вот так, молодчинка.
Молодчинка. Давай ручку. Нет, только осторожно, руками на меня не... Все, все, Саня. Кружимся. Давай ручку мне. Давай, все. Перестань беситься. Потому что у тебя закружилось. Давай ручки пойдем помоем к морю. Нет, давай. Холодная вода. Нет, не очень холодная. Давай пойдем. Нет. Давай, давай. Нет. Ну, давай я так. А смотри, что там. Ты мне опять очень на волосы наступил. Ну, я знаю. Ну, он так... Знаешь, на камеру, когда я не очень вижу там что-то я делаю. Ну что, все, давай тогда. Мастер-класс кончен от мисс Ани. А завтра будет еще один. Ну да. Раз, ставим два, лайки. Три. Почему я говорю раз, подписываемся три. И всем пока-пока. А если ты не подписался, ты тогда плохой. Почему? Потому. Потому. Почему?